Короче, всем привет, ребят. Сейчас, чтобы вы понимали, 2 часа ночи, а мне завтра вставать в 6:30 на соревнования. До завтра, собственно. В общем, я уже встала. Меня пугает тот факт, то, что я поспала, ну, почти 5 часов. Сейчас я буду краситься. Потом мне надо будет спуститься на первый этаж, пойти к своей подружаньке. Она меня заплетет. Самое главное, что забыла сказать, я в дабле. И все. Все, что я хотела сказать. Есть к чему расти. И сегодня, я надеюсь, мы выступим намного круче. И займем первое место. Я делала вот такие вот украшения. Короче, все. Обо всем вы еще узнаете. Знаете, что я скажу? Очень жестко спешу. Сейчас, наверное, 7:50 с чем-то. 8:30 надо уже быть на месте. В общем, мы уже вышли, мы чуть-чуть опаздываем. У нас в этом году погода, конечно, не очень. Еще короче. Я сейчас белый, но это будет белый поклон на команду. А нам, девочки, разрешили взять их черный поклон и называть. Соревнования, как и в прошлом году, проходили на стадионе Нем. Смотрите, как в прошлом году шарики. Только в тот раз были черные и фиолетовые. Настя, ты уверена, что тебя режут ножницы? Да. Да они не режут, Настя. Так, первая есть. Все, на. Готово, сейчас будем резать пятку. Ой, слушай. Всем привет. Короче, меня послали за папой Анны Юрьевны. Сейчас я буду его искать. Я привела папу Анну Юрьевну. Кстати, будет нас фотографировать. Идем репетировать. Ну и первыми из нашей команды выступают бэйбики, самый младший состав. И, как и в прошлом году, его выводим мы, самый старший состав. Ну а дальше уже по традиции всех соревнований начался парад. После того, как наши бэйбики выступили и заняли, кстати, первое место, их родители преподнесли вот такой вот сюрприз для нашего тренера Анны Юрьевны. Этого вечера. Александра и Дарья, как вообще ваше настроение? Волнуетесь? Очень волнуюсь. У меня всегда такие мурашки, когда выступают наши дети. Как настроение?
совсем то, что чир, не то, к чему я привыкла. И вот есть небольшой страх что-то забыть, но хочется вывести все-таки эмоциями. Интервью Первому каналу даю. Идем к нашему тренеру. Да. Это интервью. Ваши ощущения, ваши эмоции. А сейчас вы увидите номер нашей команды. Короче, мы уже выступили команды, скоро дабл. Поэтому готовимся. Яна и Валерия. После выступлений всей нашей команды начали смотреть соревнования. И по нашей традиции мы, как всегда, всех поддерживали. А как это получилось? У нас сейчас будет награждение, мы все просто сорвали себе волосы, мы тут всех поддерживали. Посмотрим, что мы заняли. Самрайз. Аня, на ваши эмоции. Волоса нет. Давайте еще что-нибудь. Первое место. Итак, ребята, у нас уже, в принципе, все закончилось. У нас почти все уехали. У нас два первых места. Это дабл, а это команда, понимаете? Ждите новые фотки, а остальному скажу на улице. Пока! Пока, Яночка! На улицах прохладнее. У нас произошли во время соревнований какие-то неполадки. На номере прям перебой был какой-то. И я прям такая сижу. Ну, на номере, когда вы выступали. У нас? Да, у вас заминки в звуке были. Это потом будет слышно. Я вообще не слышала. Вот, ну, короче, по итогу. Две вот таких вот золотых медальки. Это, на самом деле, самая первая, по-моему, золотая медаль, которая у меня есть. Оцените, вот. Это я сделала украшение. Я вам уже говорила. Это очень классно. Мне очень понравилось. В следующем году всей команде делаем украшения, отвечаю. Да. Принимаю заказы. 5 рублей. Это еще не конец лога, все. Ждем дом. Пау! Короче, всем привет, ребята. Всем, всех девчонок поздравляю с победой. Поздравляю также всех наших других команд с Гродно и не с Гродно. Вообще поздравляю все команды. Сейчас я вам покажу, что же нам подарили. Да. На кровати. В общем, такие вот два дипломчика. Вот сюда, наверное, приклею вот эти два. А медали у меня, кстати, вот там. Наверное. Сейчас к ним добавятся мои первые самые золотые медали. Нам подарили вот такие вот пакетики. У меня в пакете еще один пакетик. Так как я участвовала и в командном номере, да, при том, у меня два, по сути, одинаковых подарка. А там у нас вот такая вот прелесть, посмотрите. Это вот такие вот носки. Короче, здесь еще вот такой вот значок. I am cheerleader. Это очень классно.
спасибо большое. В общем, все так очень классно закончилось. Закончился сезон. О моих планах. Я планирую летом все 3 месяца растягиваться каждый день. Планирую вообще просто грандиозные планы на следующий год. Если вам интересно, то вы можете перейти по трансляции. Ссылочку я оставлю в описании либо в комментариях. Там вы сможете посмотреть вообще, в принципе, все команды, которые участвовали. И также вы можете подписаться на наш аккаунт Cosmos Chip. Приходите вообще все к нам, мы вас ждем. Я всех очень сильно люблю. Всем пока-пока! Пока. Мне все нравится. Первое место, ребята. Я в шоке, ну правда. У меня никогда такого не было, понимаете?